Здравствуйте, это Moscow Life и я, главный редактор телеканала о жизни звезд STV Анна Симонян. Несмотря на холодное время года, наши селебрити продолжают посещать светские мероприятия. Но я вам покажу самые яркие. Презентацию Леонида Парфенова, музыкальную церемонию, гламурную премию Оксаны Федоровой и аукцион дизайнерских новогодних елок. Весь цвет российской эстрады собрался в Кремле на вручении музыкальной премии года. Все было как обычно. Дамы в дизайнерских нарядах, мужчины в костюмах и бессменный ведущий церемонии Иван Ургант. Это главная национальная премия страны, я считаю, когда слушатели голосуют за песни, которые находятся от 20 до 24 недель в хит-параде. Так что спасибо. Спасибо вам, мои дорогие, за вашу любовь. Я давала эту премию Киркорову, потому что люблю его творчество, его вообще люблю его. Могу слушать музыку, которую он поет, песни часами, ночами. Это показатель того, что у меня есть мои поклонники, верные, любимые, которые голосовали, которые меня поддерживают до сих пор, уже на протяжении 13 лет. Вот, поэтому им большое спасибо. Это признание и любовь людей. Это свидетельство того, что я не в пустоту пою, а это приятно. Настолько как-то мобилизует и заставляет дальше двигаться, делать музыку свою хорошей, качественной, доброй. Нельзя отделить музыку от слов, если это должно быть воедино. Песни ни о чем, пустые, лишь бы была рифма, так сказать. Это меня не устраивает. У меня всегда песни самого первого зимнего сна были очень глубокие, стихи, и, в общем, со значением. И люди мне верили. Ну, это все-таки та церемония, когда ты приблизительно понимаешь, что тебе, скорее всего, вручат граммофон. Поэтому, ну, конечно, приятно. Я знал, почему. Потому что, во-первых, песня, она действительно ротировалась очень много и очень везде. Вот, она любимая мной тоже. Ожидаемо, потому что я смотрела, как голосовали слушатели, конечно... Это было очень приятно, и продолжают голосовать. Я следила за чартами, поэтому, в принципе, была очень рада, когда песня уже на 20-й неделе еще была в чартах. Это для меня огромное счастье. Это значит, тебя не забывают, любят твои песни, ты нужна людям. Но это же самое главное. Я в этом году отмечаю 40 лет на сцене, но скажу вам, они пролетели как один день. Я думаю, что каждая по-своему очень важна. Каждая премия по-своему. Ну, наверное, самая первая – это «Золотой орфей». Конечно, это самый памятный. Это был первый международный фестиваль. Я получила первую премию. Боже, какой это был праздник. Все время до этого я получал в дуэтах. Мне везет. Вообще, женщины рядом со мной как-то очень хорошо находят свое существование. Либо хорошо выходят замуж, либо делают карьеру рядом со мной. Я очень счастлив, что я являюсь таким мостом.